Добрый вечер. Итак, вот концерт начинается. По заявкам радиослушателей звучит джазовая музыка. Goodbye, pork pie head. Прощай, бетонковая шляпа. Thank you.
Why this one question is not
Прощать для наполовину шляпу. Лестер Янг любил носить шляпу такую. Вот, и его внешний образ ассоциировался с этим фасоном шляпы, но они были близкие по духу люди. И вот так один друг попрощался с другим. Вот, но тем не менее, нельзя сказать, что это очень пессимистическая вещь. В ней скорее такая, ну, светлая грусть, которая обещает дальнейшую встречу. Вот, и дальше мы переходим потихонечку к авторским вещам. И сейчас прозвучит так называемая лесная песня. Вот. И тут эксперименты с нестандартными ритмическими размерами, такими как вот 7 восьмых, например. Ну, то есть то, что отходит от прямого бита, на котором строится большая часть джаза и большая часть танцевальной и классической музыки. То есть от размера 4 четверти. Thank you.
Thank you.
Лесная песня с лесными, птицами. Ну, вот. Все как положено. С паутинками, солнечными бликами. Ну, как у Тургенева. В лесу обычно да, кипит жизнь, что-то умирает, и тут же через это что-то рождается. И поэтому следующую пьесу мы назовем «Рождение». Thank you.
Сейчас прозвучит пьеса бас-гитариста Романа Гринёва, которая, ну, название ее говорит о том природном законе, о котором желательно почаще вспоминать. Это закон кармы, закон причины и следствия. Пьеса называется «Карма». Роман Гринёв.
Thank you.
Так, это была пьеса романа у него «Карма», и сейчас прозвучит произведение под названием «Свет и тени». Ну, наша жизнь состоит из различных полос, взлетов, падений. В общем, ну, как бы название намекает на это, и само содержание этой музыки, оно примерно об этом. Там есть такой затемненный кусок, кусочек светлый, такой, ну, то есть изображающий разные эмоциональные жизненные ситуации и состояния. Thank you.
Ну,
И сейчас опять эксперименты с нестандартными размерами и немножечко с этнической восточной музыкой. Это пьеса, ну, можно сказать, такой ответ Полю Дезмонду, который сочинил знаменитый хит «Take Five», пьесу на 5 четвертей, которую исполнял вот Дэйв Брубик. Ну, все, я думаю, знают этот хит. Все когда-нибудь слышали такой вот. Все это слышали, а это в ответ такой на 11 восьмых, называется Take Eleven. Thank you.
Thank you.
Утро.
Thank you.
Итак, на барабанах играет Петр Ившин. На бас-гитаре играет Роман Гринёв. Александр Стравин, на гитаре. My name is Phil X Phoenix Лакути. Thank you.
Thank you.
Тише! Thank you.